Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Всем привет, дорогие друзья, с вами Мастерская Мастерок. Так получилось, что это видео скорее выйдет первым, нежели вторым, как я думал. Получается, в чем, собственно, проблема? Есть видео с распаковкой со всего этого жесткого диска и этой флешки. Мой подписчик мне отправил и то на ремонт. Значит, собственно, в чем проблема? Во флешке... Начнем, давайте, наверное, по порядку. Флешка защищена битлокером. Все так сразу. Короче, человек, я так понял, на безопасности немножко повернут. Потому что, ну, кто еще пользуется битлокером? Но все знают, что это за гадость. Так вот, флешка защищена битлокером. И жесткий диск, как он сказал, выключил, включать жесткий диск. Цокает, но не определяется. Собственно, есть видео, наверное, скоро выйдет. Там, где я делаю распаковку и первичный осмотр. Я там сказал, что... По его поведению очень похоже, что нету доступа к нулевому сектору, что не может он считать. Покопавшись с ним 2 дня, потому что с платой у него вообще все отлично, покопавшись 2 дня, разобрав его и считав прошивку с самой головки, я обнаружил такую фигню, что он тоже заблокированный, тоже битлокером. И получается, скорее всего, этот жесткий диск, поскольку вот здесь я уже посмотрел CDE, разделы есть, и на C была установлена десятка. Следовательно, я могу сделать вывод, что он был главный, с него зашифровали эту флешку. Далее человек пошел дальше и решил зашифровать диск. Но для того, чтобы диск зашифровать битлокером, целый диск, необходимо 1,5 гигабайта минимум свободного места на жестком диске. Это сделано для того, чтобы были буты. Буты и загрузочные все информации, все, включая нулевой сектор, тоже должны быть не зашифрованы. А сам Windows и вся инфа на нем допускается к шифрованию. Вообще к шифрованию допускается по принципу, что минимум должно быть 2 раздела NTFS на жестких дисках, на любых. Можете погуглить и найдете. То есть я знаю, что я говорю. Значит, минимум 2 раздела. Один не зашифрованный, второй зашифрованный. Здесь я этого свободного места не увидел. По всей видимости, человек его неправильно шифровал. Просто врубил как-то шифрование. Возможно, еще в этом процессе пошло что-то не так. И зашифровался нулевой сектор. Собственно, информация о нулевом секторе хранится помимо блинов. Еще хранится на головке, собственно, сейчас я предложил уже человеку попробовать, во всяком случае, попробовать найти точно такого же донора для жесткого диска, чтобы можно было поменять с него голову. Я ему предложил, говорю, можно любой даже забедованный купить. Главное, чтобы он включался и работал. То есть я попробую с него взять головку, переставить сюда и 50 на 50%
получится, не получится. Потому что тут информация, тут в головке тоже есть своя прошивка. И оно тоже все там зашифровано. Я мыслимыми, немыслимыми способами в режим просмотра зашел, чтобы можно было просто увидеть, что внутри на диске происходит, не повреждена ли сама информация. Информация не повреждена, но все на свете зашифровано. И, собственно, суть до дела. Вы уже увидели, что видео называется «Как обойти BitLocker и других шифровальщиков». Собственно, этой темы я не увидел толковой, рассказанной в интернете. Там только показывается, что засовываешь флешку и вводишь свой пароль, и так именно разлачиваешь саму флешку. Именно по взлому нету. Поэтому давайте с вами переместимся, будем маленькими хакерами в этом выпуске. Опять-таки хочу сказать, ребят, ни в коем случае я никого не подбиваю на какие-то жульничества, махинации или взлом чьей-то информации. Данный способ подойдет для людей, которые хотели себе скрутить шапочку из фольги, скрутили, но забыли ключ от этой шапочки. И, в принципе, есть куча других, кстати, вариантов. Лучше всего, конечно, брать уже флешку с физическим пин-кодом на 4-6 символов. Такие продаются на Алиэкспрессе. Там идет методом прерывания питания. Такие способы гораздо лучше. 4 цифры, как-никак, в памяти больше останутся. Кстати, на флешки с шифрованием физическим я оставлю ссылочки в описании, тоже можете перейти. Итак, в общем, от лирического отступления переходим к практике. Ребят, сразу прошу прощения за экранку очередную, но, к сожалению, 4К я никак не могу сделать по одной простой причине, потому что это Full HD, а не 4К. И да, еще в названии вы посмотрите, все кроме битлокера, там будет перечислено, что еще можно будет взломать. Но опять-таки повторюсь, что это все можно сделать только при наличии дампа памяти с компьютера, где была зашифрована флешка. Если вы зашифровали флешку, потом переставили Windows, а потом забыли свой ключ, то вы уже ни хрена сделать не сможете. Итак, вставляем нашу флешку, импровизированную. Вот, смотрим, она защищена. Вот, этот диск защищен программой BitLocker сразу. Есть ключик у меня сразу. Думаю, вам видно. Ключ-идентификатор. Он нам понадобится, я его не буду закрывать, я его сверну. То есть это ключ, чтобы вы понимали сам, ну, ключ для восстановления битлокера, когда мы забудем его. Для начала качаем RAM Capture. Ссылочки я оставлю в описании. Она из двух видов. 32 бита и 64 бита. Запускаем файлик и указываем просто Capture. Пишем, и как бы все. Процесс Capture у нас идет. Давайте в этот раз без монтажа. Может быть, видео получится немножко затянутым. Но чтобы потом не нашлись люди с такими высерами, что ты все подстроил, мы-то знаем, это все фотошоп и подобное кукареканье. В общем, вот так вот он у меня создается, то есть пишется физическая память 4 чего-то, Total Physical Memory 9470. Короче, он там себе просчитал, и в общем
В общем, делает, ребят. Это самое главное, что делает. Делает долговато, но имеет много памяти, много всего такого. Короче, способ этот, опять-таки, я нашел на спецфорумах с китайским языком, читал этот форум. Только, наверное, форум один читал часа в 4 через переводчик. Ну, короче, вы меня поняли. В общем, надеюсь, ребят, вам этот способ никогда не понадобится. Все, есть. Close. Ребят, на секундочку прервался. Были проблемы с виндой. Перезапустился. Вроде сейчас все нормально. В общем, наш поиск закончен. Вот наш файлик. Теперь нам нужно Elcomsoft Forensic Disk Decryptor Extract Key выбираем. Вот все, что делает эта программка, это PGP, Volume Master Key расшифровывает, BitLocker и TrueCrypt. Нажимаем Uncheck All и выбираем только BitLocker наш. Убираем Memory Dump и нажимаем Далее. Процесс поиска пошел. Чем конкретно данный способ хорош? Это тем, что флешка может находиться далеко от компа. Скажем, представим такую ситуацию: ваши мама, папа, муж, жена, дети, кто-то, кто не посмотрел этот ролик, или кто посмотрел наоборот этот ролик, взял с собой флешку и уехал в командировку в другой город, в другую страну, а пароль забыли, допустим, где-то еще в третьем месяце записан пароль в блокнотике, как всегда на работе, а доступа к работе нету, а как всегда нужно срочно, и в общем вам смсят или просят просто по переписке в интернете помочь. Доступа к работе не оказывается, но вы узнаете важную информацию, что шифровалась флешка на вашем компьютере, к которому вы имеете доступ, ну, допустим, домашний. И вот вы по этому способу все делаете, и просто-напросто пересылаете ключ даже той же смс-кой или в интернете где-то человеку, кто нуждается. Данный способ отнюдь никого не призывает взламывать чужую информацию, но данный способ, еще раз повторюсь, данный способ несет положительный настрой, и то есть в том ключе, в положительном, я вам это все рассказываю, показываю, чтобы вам как-то помочь и облегчить ваши поиски. В общем, как-то так. И вот у нас уже почти заканчивается поиск. Я много говорю, чтобы просто вас как-то занять за этим, за всем делом. Вот. Алгоритм BitLocker Volume Master Key Data Hex. Нажимаем далее. Нажимаем еще раз далее. Тут у вас может быть несколько. Ну, допустим, вот человек вот любит все шифровать, то у него тогда будет несколько галочек. И теперь выбираем, ну, скажем, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем сохранить. И теперь переходим в Decrypt Mount Disk. BitLocker выбираем. Выбираем Browse, выбираем наш этот и выбираем наш зашифрованный диск. Можем его не выбирать. Нажимаем Далее.
Я извиняюсь, я не то нажал, надо было Save at Key. И вот, в общем, вот он наш диск. То есть мы можем сейчас декриптировать нашу флешку, можем ее смонтировать. Вот наш диск. И в самом начале я вам говорил, что вот закрывать не буду. Вот наш ключик. И давайте сравнивать. 26, 75, 42 и тому подобное. Последнего цифры 0,26, 290. То есть, как видим, программка справилась. Можно его скопировать, сразу вставить и размонтировать диск. Можем просто передать наш ключ сразу человеку, который нуждается в этом во всем. В общем, ссылочки я оставлю в описании и на программку по сбору памяти, и на вот эту, тоже на дешифратор будет в описании. И в общем, ребят, не забывайте свои данные, и пусть у вас все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.